Друзья, всем привет! Вы на канале с Аленой. Сегодня с вами говорим, как после праздников справиться с похмельным синдромом. Очень много сейчас людей, которые хотят как-то быстрее справиться с этим состоянием. Друзья, и у меня есть для вас определенные рекомендации, которые вы можете использовать на постоянной основе, когда у вас появилась такая история, как похмелительный синдром. И что нужно делать? Во-первых, друзья, в этот день вам нужно восполнить электролиты. Электролиты очень важны для вашего организма, чтобы они связали те токсины и вывели. Также, друзья, ваша печень, помним о печени. Лифгард, либо Мега Хелл, какой-то комплекс, который поможет, поддержит функцию детокса печени. Плюс, друзья, мы даем больше себе чего? Магния, да, мы помним. И в этот день мы стараемся не перегружать свой организм вообще таким каким-то мощным питанием, да, прям тяжелым. И, друзья, чтобы справиться еще с похмельем, важно давать себе нак-цистеин, который является прекурсором глутатиона, то есть антиоксиданта в вашем, главного антиоксиданта в вашем организме. И также, друзья, для того, чтобы ваше похмелье еще и еще быстрее уходило, я рекомендую вам справиться с такой историей, как гипоксия. То есть восстановить для себя уровень кислорода, да. И здесь можно использовать цитрулин, амалат для того, чтобы оксид азота снизился. Ну и, конечно, друзья, давайте, если попроще, то возьмем мультивитамины, минералы и добавим себе в этот день побольше двигательной активности, то, насколько вы можете пройти, продвигаться, подышать. Это очень-очень важно, и с этой базы вы начинаете восстанавливаться после какого-то такого неприятного момента. Также, друзья, мы используем в этот день сорбенты, потому что все, что ваш кишечник не вывел, все, что было задержано, все влияет на вашу дальнейшую способность работать с своим метилированием. Поэтому, друзья, не похмеляйтесь на следующий день, просто помогайте. Можно еще использовать репейник, бердок, то, что будет работать со свободными радикалами в вашем организме. Друзья, похмелье, интересно, тема ваша или нет?